Привет, мои дорогие и хорошие. Вы знаете, сегодняшняя тема, она не случайна. Потому что, если посмотреть вверху картиночку о том, что ты можешь убираться 30 дней в доме, и ты уберешься, верно? Или ты можешь делать уборку генеральную за 3 часа, и ты ее сделаешь, ведь так? Вот. Я хотела сказать еще о том, что сегодня очень актуальна тема о платье. На самом деле я, например, отношусь к тем людям, которые обожают банкетные коктейльные платья, особенно если они в пол. Но есть факт, куда я их буду одевать? Есть у вас такое, да? На день рождения ты не оденешь, на вечеринку тоже особо не оденешь, особенно если платье еще и с корсетом, правда? Но ты всегда желаешь и хочешь его носить, его преподносить, украшать это платье собой, ведь верно? Только время летит. И если мы не сделаем это сейчас, то когда будет, например, там 72, то можно будет, конечно, и актуально одеть это платье в пол, затянуть корсет и выйти королевой достойно. Но если у тебя время есть здесь и сейчас, самое важное, четко определи свои намерения и цели. Потому что можно растянуть успех в нашем бизнесе на годы. Я через 5 лет там вот добьюсь успеха и стану успешным или успешной через 5 лет. Хотя у тебя план на блюдечке есть, да? Что говорить, что нужно делать, с чего начинать? Сейчас уже есть все на блюдечке, просто бери и делай. Самое важное в этом разобраться, согласись. Так вот, если ты четко определишь намерение сделать это не за годы, а сделать это, например, за месяц, да? Навести генеральную уборку сначала у себя в голове, потом со своим окружением и, соответственно, войти легко и быстро в бизнес, чтобы добиться результата, то уж поверь, что все платья, да, я просто говорю о том, что очень-очень приятно и близко каждой из нас, ты будешь одевать со своей второй половинкой, например, да, он будет смотреть на тебя и радоваться, потому что ты это сделала. И самое важное, определи четкую цель, когда у тебя начнет получаться и когда ты состоишься в нашем бизнесе. У тебя благо, есть те люди, у которых уже получилось, есть наставники. Если у тебя есть жгучее желание, которое просто вот здесь вот кипит, а вот здесь вот не дает спать и подрывает тебя с утра, обратись к тому человеку, который тебя пригласил, и скажи, что вы делаете такого для того, чтобы состояться в бизнесе, быть финансово независимой, обеспеченной, обеспечить всю свою семью и для их блага стараться соответственно. А самое главное, чтобы радовать себя, быть принцессой в этой жизни, носить королевские наряды, потому что ты этого достойна. Вот такое вот послание небольшое, которое с утра у меня есть для вас, мои дорогие. Итак, все разложено по полочкам. Кто готов стартовать, кто готов начинать, сейчас самое лучшее время.